Всем привет, добро пожаловать в Southwestern Academy, Сан-Марино, Калифорния. Меня зовут Алина, и я из Казахстана. Итак, мы начинаем с пионерского холла, и тут два офиса. Один admissions и другой бизнес-офис. Бизнес-офис — это место, где проходит вся оплата и по вопросам финансов. И admissions — это вопросы по документам и так далее. Пройдем дальше. Сейчас мы пройдем в место, называемое The Commons, и тут мы кушаем. У нас тут есть некоторые уроки, которые история, экономика, и сейчас я вам покажу поподробнее. Сейчас, выходя из Commons, мы пройдем по лестнице наверх, где у нас проходят уроки ESL. ESL — это уроки для учеников, которые начинают с самого элементарного, то есть они вообще не знакомы с английским, и они могут начать хотя бы с нуля и идти вверх. Итак, мы поднялись на второй этаж, и сейчас я вас познакомлю с некоторыми классами. Например, вот этот. Не очень светло, но тут World Cultures — это один из этапов истории, который ты можешь пройти, выбрав. Тут находится биология и life skills, которые я взяла в прошлом году. И он мне очень понравился, но его больше нет, так что не судьба. Так, сейчас мы пройдем в кабинет ESL. Тут проходит чтение и письмо, речь. И тут как раз-таки Люди учат все самое базовое, то есть если они только ознакомились с английским, тут наш учитель, который может научить вас всему, так что да, все отлично. Выходя из второго этажа, мы сейчас пройдем в место, где делают барбекю, сейчас я вам покажу. Итак, тут проходит барбекю и обед один раз в месяц. Это столики, где мы кушаем на улице. То есть, как вы видите, все очень красиво и атмосферно. Это, кстати, наши локеры для студентов. Итак, сейчас мы пройдем в Линкольн Холл, где ученики проводят время за домашним заданием, где находится большинство наших классов, и утреннее совещание тоже, да. Находимся в Линкольн Холле, и наш первый офис — это Dean's Office. Люди вторые по важности после директора, и тут решаются все хорошие и плохие дела, которые совершили студенты, так что да, давайте пройдем, посмотрим. Линкольн Холл — это где находится Student Office, математика, английский и еще один английский. Итак, мы находимся на нижнем этаже. Это кабинет, где у нас колледж каунселор помогает нашим 12-классникам. Тут находится доктор Хупер, который отвечает за электричество и все, что здесь работает. Итак, это очень интересная часть нашей школы. Это воспоминания, потому что каждый из этих книг отвечает за один год проведения школы. То есть тут есть 2018, 2019, но вы уже поняли, мне не нужно объяснять. И да, я вам покажу немножко поближе. То есть все эти книги были сделаны учениками. И там находятся все воспоминания. И 11-классники, 12-классники. И все, что мы делали. Так что очень интересно. Сейчас мы пройдем в библиотеку. Тут находится несколько наших уроков тоже. Такие как история, испанский. Так, выходя из библиотеки, я вам сейчас покажу несколько наших кабинетов. Это здесь находится драма, там находится кабинет истории, тут находится компьютерный кабинет, там находится наш научный кабинет, где проходит химия, биология, физика, геометрия, алгебра. Привет, Гай! Это наш английский кабинет. Hey! Итак, мы вышли с Линкольн Холла, я вам сейчас покажу место, где живут мальчики, и поле, так что, да. Называется Калифорния, Иллинойс, дорм, там живут мальчики. Так, вот у нас наше поле, тут проходит бейсбол, американский футбол, теннис и футбол, обычный футбол, так что, да. И
Итак, пока мы сейчас идем в спортивный зал, я бы хотела рассказать немного о том, что мне нравится в этой школе. И то, что мне очень нравится, это то, что у нас есть очень много активити здесь, и жизнь очень насыщенная, тебе никогда не будет скучно, и эта школа тебе действительно дает возможности попасть в хороший университет, выпуститься с нормальными оценками, потому что тут у меня реально появилась мотивация учиться. То есть я не училась особо в той школе, но да. Так что у меня появилась мотивация, и у тебя она появится тоже, так что это место для тебя, для меня и для всех. Так что приближаемся к нашему спортзалу. Очень красиво, очень-очень красиво. Называется Washington Gym. Итак, пройдем внутрь. Мы находимся внутри. Это стена всех наших побед, нашей кубки. Красота, красота. Пройдем наверх по лестнице. Тут обычно сидят люди, которые смотрят нашу игру. У нас был баскетбольный сезон, так что да. У нас спортивный зал обновился очень сильно, потому что раньше он был вот такого цвета, как же потолок, так что нам очень нравится, и это очень удобно. Тут находятся все флаги. Также у нас в спортивном зале есть тренажерный зал, так что если вам нравится качаться, то у нас все это есть. Выходя из зала, я вас ознакомлю немного с нашим амфитеатром. Вот так он выглядит. И тут находятся два очень немаловажных праздников, то есть это Arts Fest и выпускной. Я выпускаюсь в этом году, так что мой час пришел. Итак, мы подходим к нашей школьной церкви. Я хочу подметить то, что мы не религиозная школа. И то, что мы используем эту церковь для цели музыкальных и драматических выступлений, так что да. Итак, тут наши студенты играют в волейбол и баскетбол. Здесь у нас научный кабинет, физика. Сейчас мы пройдем наш художественный класс. Вот он у нас какой. Проходит медиа, то есть все, что находится с компьютером, все, что занимается компьютерами. Сейчас мы завершим с нашим музыкальным кабинетом. Окей, наш тур подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось и было достаточно понятно. И я надеюсь вас увидеть здесь, в этой школе. Да. Всем пока!